Доброго времени суток, дорогие зрители. И я думаю, что многие из вас покупали или продавали криптовалюты на криптообменниках. В настоящее время число таких платформ растет, и большинство из них очень похожи. Они не могут предложить что-либо интересное для трейдеров, поэтому они остаются весьма и весьма непопулярными. Сегодня обзор посвящен такой платформе, как Bixy. Разработчики Bixy собираются принести что-то новое для обмена криптовалютами. Коротко говоря, Bixy – это криптообменник с хорошо разработанным интерфейсом и в то же время с мощным функционалом. Он намерен создать новый лучший обмен криптовалютами, имея в виду все проблемы и недостатки существующих обменов и улучшая их. Эти проблемы связаны с высокой комиссией за транзакции, проблемами с производительностью, такими как задержки транзакций и длительные периоды простоя. Также низкий уровень безопасности, отсутствие поддержки клиентов и некачественное обучение трейдингу, с которыми сталкиваются неопытные люди, начиная с торговли валютами. Разработчики давно наблюдают за криптообменами и решили создать нечто более простое, чем современные системы обмена криптовалют. На этой платформе вы сможете торговать различными криптовалютами. Также будут валютные пары, в которых так нуждаются трейдеры. Команда также уделяет большое внимание безопасности платформы. Она может помочь защитить фонды трейдеров и избежать хакерских атак, что в мире криптовалюты стало очень частым явлением. Преимущества Bixy. Их очень много, и я хотел бы выделить одни из самых основных. Во-первых, это отличная реферальная программа. Вы получите 10% от комиссии с обмена, и в отличие от других бирж, она будет работать бесконечно и не может быть уменьшена. Если вы используете токен Bixy, комиссия за транзакции будет в 2 раза меньше, плюс вы можете получить скидку на торговлю токенами. Поддержка 24 на 7. Вероятно, это одна из проблем всех основных обменников, с которыми сталкиваются трейдеры. Bixy обещает быстро решить все проблемы и расширить штат своих сотрудников. Если вы держите токены Bixy, вы получаете награду, также возможность пополнения фиатными деньгами для проверенных пользователей. Будет еще отличная безопасность, которая необходима хорошему обменнику. Команда разработки заявляет о высокой производительности платформы в будущем. Она сможет быстро работать и с легкостью выдерживать высокую нагрузку. Также приложение будет доступно для iOS и Android. Небиржевые транзакции будут доступны для крупных финансовых институтов. Ну и плюс можно будет использовать платформу для проведения ICO. Репутация Bixy будет отвечать за некоторые ICO, в которых заинтересованы много инвесторов. На данной таблице мы видим сравнение преимуществ Bixy с другими криптообменниками, и мы видим, некоторых что-то недоступно, что-то доступно, и вот в Bixy практически все позиции открыты и будут доступны. Пользователи, которые приглашают рефералов при участии в бирже, получают 10% от комиссии всех приглашенных пользователей, а те в свою очередь получают платиновый аккаунт на 2 месяца, что позволяет осуществлять операции на бирже с скидкой аж в 20%. Программа лояльности заключается в том, что каждый держатель токенов Bixy регулярно получает 20% от всей прибыли Bixy за счет комиссий. Эта сумма распределяется между пользователями равномерно, в зависимости от количества токенов на счету. На этом возможности держателей токенов не заканчиваются. Именно поэтому основатели Bixy предусмотрели еще две программы, которые предоставляют им существенные преимущества. Это программа ставок и скидки на торговлю токенами. Кроме этого, создатели Bixy намерены довести свой обменник до стандартов электронных обменов, предлагая расширенные инструменты мониторинга финансовых и ценовых показателей. Предлагается, что пользовательский интерфейс платформы включает графики, диаграммы и схемы, указывающие динамик цен и объема. Проект утверждает, что он обладает некоторыми уникальными запатентованными технологиями, что позволяет достичь поставленных целей. Основным элементом экономики платформы является Bixy токен. Чтобы пользоваться системой лояльности, вам нужно будет всего лишь держать токены на депозите внутри платформы Bixy. Также пользователи могут использовать токен, чтобы опубликовать свои мысли на платформе или просто голосовать в разных опросах. 100 миллионов монет Bixy будут в обороте, однако 60 миллионов монет будут проданы в период краудфандинга. Bixy Crowd Sale будет финансироваться за счет контракта ERC-20, основанного на эфириуме. Любые непроданные токены по завершении ICO будут выдаваться участникам в процентах, равных их вкладу. Токены будут передаваться после успешного завершения сбора средств. По завершении токены не будут изготовляться и также их нельзя будет майнить. Предпродажа токенов начнется 1 июня 2018 года. Общественный же ICO начнется 15 июня этого же года и будет идти в течение 1 месяца, либо пока все токены не будут проданы. Если мы говорим о распределении токенов, то 60% токенов уйдут именно на сбор средств и на продажу токенов для людей, которые хотят вложиться, 25% на команду разработки и 15% на резервирование. Полученные же средства будут распределены в таких объемах: 35% на юридические услуги, 20% на разные расходы в зависимости от операций
с платформой, 20% на развитие, 15% на поддержку клиентов и 10% на пиар и маркетинг. Ну и, конечно же, за более подробной информацией вы можете обратиться к их белой книге, либо я вам советую добавиться в их социальных сетях, например, в Твиттере, читать разнообразные новости о нововведениях, каких-то дополнениях и мыслях разработчиков. Ну и также зафоловать их в активном телеграм-канале, где вы можете прочитать разные обсуждения по поводу будущего платформы и ответы разработчиков на часто задаваемые вопросы. Но я, подбивая итоги, хотел бы сказать, что перед нами очень и очень перспективный обменник, который, я уверен, в будущем достигнет больших высот, так как он нацелен на то, чтобы решить проблемы, которые есть сейчас в этой сфере, и эту нишу занять может именно такая платформа. Но я надеюсь, что этот обзор был полезен для вас. Я желаю вам хорошего дня. Пока!